25 рублей, 2019 год. ПТРС образца 1941 года. Сергей Гаврилович Симонов. На реверсе в центре рельефное изображение 14,5-миллиметрового самозарядного противотанкового ружья, принятого на вооружение 29 августа 1941 года. Чуть левее под сошками ружья прописана его маркировка ПТРС образца 1941 года. В нижней части реверса полукругом имя конструктора стрелкового вооружения, героя социалистического труда, лауреата двух сталинских премий первой степени, депутата Верховного Совета РСФСР первого созыва Сергея Гавриловича Симонова. В верхней части полукругом прописана серия «Оружие Великой Победы». На аверсе герб Российской Федерации образца 1993 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, верхом на коне, копьем поражающего змея. Слева и справа от герба орнамент, состоящий из двух спаренных ромбов. Вверху над гербом полукругом надпись «Российская Федерация». Под гербом в три строки надписи «Банк России 25 рублей и 2019 г. Год чеканки». Правее ниже герба мелко знак Московского монетного двора. Оформители монеты – художник Крамская, скульптор Долгополова. Гурт рубчатый. Монета из медно-никелевого сплава. Весом 10 грамм, диаметром 27 миллиметров, толщиной 2,3 миллиметра. Чеканилась на Московском монетном дворе. Тиражом 1 миллион штук. Средняя цена 100 рублей.